Друзья, всем привет! Сегодня мы будем есть пюре с котлетами. Котлеты это куриные и капуста. Капуста это свежая. Капуста свежая. Не знаю, сфокусируется, не фокусируется. Я на лампе свет выключил, вроде так пострел, вроде светло. Сюда в сторонку отодвинем. Ну давайте, друзья, всем приятного аппетита. А я сюда хотел еще сыра добавить в пюре. Ой, свет что-то не захотела. Тогда мы, когда пирожки делали, добавляли пирожки с картошкой, добавляли это тесто, говорю. Сыр. Вкусно вообще было. Мы вообще не хотели сегодня делать пюре. Капусту захотели сделать, а я потом вспомнил, что пюре с капустой это вообще вкусно. Она, может, часик постояла. Вообще вкусная. Я сюда добавил. Ну, капуста, морковь, лук, соль, сахар и уксус. Яблочный. И вообще вкусно. А вот это-то. Про это-то я забыл. Последнее, кстати. То я банку всю съел. Много кто из подписчиков пишет хорошие комментарии такие. Спасибо вам за такие комментарии. Есть хорошие люди, как говорится. А кто фигню пишет, они сразу в бан идут. Кстати, как вам в начале видео новая заставка я сделал? Может ее изменить как-то, по-другому что-нибудь написать. Я еще в конце хочу добавить что-нибудь. Надо что-то менять-то, что все однообразное, правильно? Что на месте-то стоять? Нормально светло. У меня тут чаек еще с лимоном. Нина Федорова пишет хороший комментарий. Анна Шайкова. Оля Малоежка, София Со. Ну, если кого-то забыл, ну, там смотреть надо, переключать. Если кого-то забыл, вы не обижайтесь. Я все читаю, все отвечаю, вы сами знаете. Всем отвечаю.
А если мне какие-то не ответил, ну лайк поставил, знаете, я прочитал. А не просто так. Пюре с капустой вообще вкусно. Стряхиваю крошки, хлеб у меня лежал на нем. Друзья, вкуснота вообще. Как в лагере в пионерском. Ну вот в лагере давали капусту с пюре. Вообще вкусно же. Оля, сделай тоже капустки, ты же любишь. Поешь свеженькие. Витаминчики. Что-то все поперек горла встает. То вчера, то сегодня. Капусту ты видите, как ем? Вообще она такая вкусная. Мы еще делали яблоко сюда. С яблоком тоже вкусно получается. У нас морозы обещают. Завтра еще тепло. А потом 3 дня. Минус 23. Ну ночью, днем 10. Ночью-то пофиг. Пусть и холодно будет. Да там несколько дней, потом опять тепло. 3 дня там. Капуста жесткая. Я уже челюсть устала жевать. Но она вкусно засолилась, но она жесткая. Ну у кого зубы есть, тому не страшно, как говорится. Чай с малиной. В смысле? Когда? Тебе кажется, нет? Ну я потом перемотаю. Я что, с лимоном сказал? Ну, значит, не с лимоном, значит, с малиной. Да я просто сейчас в холодильник лазил, там лимон. Вот я, наверное, и сказал с лимоном. А там лимон лежит. На меня смотрит. А так вот. Как говорится. Вот так вот, ты это же этот говорил. Качок. Как его? Да наш российский этот качок. Никита или как его там? Везде побрито. Я не помню.
Он показал какое-то упражнение и говорил, подходы какие-то делал, говорил, вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот, бля. Ну, вы, короче, наверное, знаете. Если не знаете, кто говорил, то качка-то этого нашего знаете. Он высокий такой, черноволосый, здоровый. Но он от природы здоровый. Вот это аджика, это абхазская или какая? Абхазская, да? Она такая вкусная, я уже ее всю съел. Вот, кстати, аджика, которая такая, ее так вот много не поешь. А вот эту можно. Это как соус больше. А так как приправу что-то мазать ей вот так вот. И она соленая очень сильно, а это прям нормально. Мы смотрим, девчата, цвета включила. Фильм, кстати, нормальный, такой советский, черно-белый. Сидит, меня передразнивает. Сейчас я ее спать уложу. А-а-а. Света тебе там такие комментарии пишут. Свете привет, Света молодец. Света когда-нибудь засветится на телевидении, я думаю. На интернет-видении. Я ей говорю, так давай маску купим, в маске сидим. Ну, только что рот был открыт. Ну, она может, в принципе, не есть, просто со мной рядом сидеть. Как знаете, этот мультик про Винни-Пуха. Они пошли в гости, мед есть, он ему вот так повязку навязал. Ты что, говорит, не ешь? Ну, я сам тогда съем. Вот так же ей. Прикол, да? Вот так вот мы все съели. Ну еще чаек остался. Так что пока что еще не выключайтесь. Сейчас чаек еще допьем. Чаек-то с печенюшечками с маслом. Я 10 штук себе сделал. Вот, штуки 3, блядь. Штуки 3. 3 штучки сделал. Там ловится фокус, если света-то нет? Да хуй там. Видите, какая печенюшечка. Вот если фокус-покус там не поймается. А мы сегодня утром их с кофе пили. С кофе вкуснее. У нас копейку там открыли или монетку, что там? Ну, сегодня открыли. Печенюшки эти вкусные там. Печенюшечки.
Вы тоже, наверное, любите, да, такие? Да, конечно, любите. Кто такой не любит-то? Пойду сейчас монтажом заниматься. Ладно, дорогие мои друзья, друзья, товарищи, подруги, как говорится, как мы говорим с вами. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем удачи, друзья, и всем пока.